Проверку проводили по поручению прокуратуры Ульяновской области. Предмет проверки – объекты топливно-энергетического комплекса. В ходе данной проверки нарушения указанного законодательства были выявлены в деятельности МОП «Гортепло», а также общество с ограниченной ответственностью «Ресурс». На объектах ТЭК отсутствует КПП для работников и транспорта. Не везде есть ограждение, нет освещения периметра территории, и это далеко не полный список нарушений антитеррористического законодательства. В отношении директоров указанных организаций были возбуждены административные производства по статье 20.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также внесены представления об устранении допущенных нарушений антитеррористического законодательства. Устранение нарушений контролирует прокуратура города. Татьяна Баловнева, Виталий Немов. Наше время.